Всем привет, это видео для тех, кто не может или тупо затрудняется подключить свой PlayStation 4 к телевизору. Поверьте, такие люди еще есть. Итак, нам понадобится всего лишь два провода. Один из них это HDMI. Вот он. А второй это подключение в сеть. Итак, приступим. Ну, для начала можно подключить сеть или подключить HDMI, без разницы. Так, это включается в сеть. Сюда. Так, подключаем. Все поставили. Затем втыкаем вилку в сетевой фильтр. Воткнули. 50% миссия пройдена. Итак, дальше берем HDMI и вставляем его в HDMI выход на PlayStation 4. Так, а вот он второй конец. Второй конец мы втыкаем в телевизор. Вот так. Вот он, вход HDMI, втыкаем сюда. Все, подключили. Готово. Теперь остается нам только запустить PlayStation 4. Нажимаем. Звук. Все, завелась. На этом все. Это был такой маленький обзор подключения PlayStation 4. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Пока.